Здравствуйте, мы находимся на выставке CPM 2019. Ирина, расскажите, пожалуйста, про ваш бренд, чем вы занимаетесь, чем вы нам интересны. Добрый день, меня зовут Ирина Малова, я дизайнер одежды из города Ульяновска, и наш бренд называется «Кузина». Мы производим авторскую одежду, пальто и меховые шубы. Как сейчас со спросом на меховые изделия? Ведь сейчас течение эко. Да, есть течение эко, но так как наш клиент, он не из течения эко, а у нас более возрастной клиент, который ценит натуральный мех, и поэтому спрос есть, особенно авторские изделия, когда это что-то новенькое, что-то интересное и соответствует цена-качеству. В будущем сезоне чем планируете удивлять? Сейчас на пике парки. Мы очень много ставим меха на подклад внутри. Есть даже у нас такие интересные модели, когда пальто на меховую жилетку надевается, и наоборот, такой трансформер, одна из наших последних разработок, когда можно менять жилетку на пальто, пальто на жилетку. Жилетка из меха, это двойное изделие получается, и три разных варианта, как можно это носить. Спасибо большое, интересно. Будем следить за вами и удачи вам. Спасибо.